жена готовит. Не отказывай себе в поездках за границу или по стране. В одежде я неприхотлив, как и во всем остальном. Покупаю себе иногда дорогие игрушки. Но так, чтобы на черный день, так нет. Вы где-то признались, что практически ежедневно пьете водку? Не только водку. Почему? Водку это... Понимаете, человек в моем пьющем статусе, он может выбирать, что ему сегодня пить. Коньяк, водку, текилу, вино. Вы напиваетесь? В последнее время нет. Не напиваюсь, потому что вот мы тут с моим приятелем, который тоже пьющий человек, глубоко русский, интеллигентный, занимающий высокий пост, пьющий человек. Мы с ним разговорились буквально на днях. Я говорю, слушай, ну нет смысла уже никакого вообще. Потому что раньше выпил, и у тебя целый спектр, радуга разных состояний. Хочешь так, хочешь так, хочешь, куролесишь что-то. А сейчас выпил на диван, отвлекся от мыслей, заснул. Проснулся, пошел поработал. Устал, выпил на диван, отвлекся. Зачем, говорю, зачем это нужно? Так что, видимо, пришла пора мне, если не бросить пить, потому что я абсолютно убежден, что бросают пить только алкоголики.